Так, пацаны, сейчас мы определим победителя конкурса машины. Вот, мы разыгрывали машину. Сейчас мы посмотрим, кто же счастливчик и кто же выиграет эту тачку. Так, нажимаем и... Ага, разрешить. И сейчас посмотрим, кто же выиграет эту Audi RS4. Владимир Герин. Поздравляю тебя, братан. Поздравляю. Сейчас я ему напишу, значит. Так. А, привет. Так. Привет. Ты выиграл Audi RS4 Лестер. Так, все. Я ему написал. Когда он мне ответит, я ему отдам тачку. Вот, пацаны. Все. Пацаны, всем здорово. С вами снова я, Лестер. И это новый ролик на моем канале. О том... Ну, короче, пацаны, я нашел очень жесткий баг. Это просто смертельный баг. Это просто жесть. Смотрите, пацаны. По виду обычная бэха, пятерка старая. Не едет, смотрите. По виду у нас совсем обычная, колхозная, развал, блин. Ну, смотрите. Полный привод. Ага, полный привод, значит. Сейчас, смотрите. Ну, она обычная, вот. Как бы все обычное, 500 лошадок. Пацаны, вы готовы? Это просто, знаете что? Это просто взрыв мозга. Я не знал то, что существует такой баг. Смотрите просто, сколько мы уже едем. Это просто взрыв. Это просто взрыв, пацаны. Мозга, просто смотрите. Что это, типа? Типа, как это работает вообще? И у нас моментально уходит весь бензин. Вы вообще видели, сколько мы ехали только что? 10, даже 15 тысяч километров в час. Вы понимаете, люди? Это же просто смертельное. Смотрите, просто, давайте просто... От первого лица просто посмотрим, как это работает. Просто мне интересно. Спидометр переключивается 100 миллион раз. Тачка просто куда? А сейчас телефон нафиг взорвется, блин. Очень много дыма. Очень много дыма. И как бы минус бензин сразу. Но давайте сейчас просто пойдем в онлайн. И просто посмотрим, что мы будем делать с тачками. Это же просто, мы можем рвать всех просто. Это же просто жесть, вообще. Типа, так, интернет нужен. Вы вообще, типа, понимаете, насколько это жесткий баг? Вы вообще осознаете то, что это вообще, что... Это вообще нельзя использовать, блин, это вообще жесть. Я даже не знал то, что в карпаркинге существует вот, вот такой баг, если вообще... Я даже не знал то, что тут в этой игре есть это вот такие жесткие баги. Это просто взрыв мозга. Это просто невыносимо. Это просто жесть, пацаны. Сейчас давайте попробуем встать, так как... Сейчас буду с нами вставать, так как у нас обычная еще бэха. Старая, типа, 500 сил, типа... Все будут говорить, типа, да мы его порвем, типа... А на самом деле-то мы их всех просто порвем, пацаны. Вот цешка, да? Вот цешка, да? Цешка. Обычная по виду, ну, он даже не принял. Окей. Такс. Ага, он даже не принял. Вот лох. Пацаны. Давайте вот, например, давай вот стоит, да? Вот ты, братан. Вот ты, смотри, вот ты думаешь, вот ты крутой, да? Ну, на самом деле, да, ты даже не крутой. Так, блин. Вообще, что ли, никто не хочет со мной встать? Прям все, прям никто? Прям все вообще-то такие цыгане. Прям, опа, опа. Блин, реклама тупая. Мешает этой игре просто, это просто невыносимая реклама, пацаны. Реклама в карпаркинге убивает. Просто, вот ну что это, блин, это же портит игру просто. Тупейшая, сейчас я сейчас вылечу, я сейчас просто угорну. А, ну да. А, вот он стоит. Братан. Ну, ты понимаешь, что ты же просто, типа,
Ну, братан, ну не надо, братан. Просто. Пока. Это просто, пацаны. Куда? Я отпустил газ? Это просто... Ну, вообще, понимаете? Типа... Вы понимаете сейчас, насколько это вообще жестко, пацаны, так как... Это просто плюс баблом, во-первых. И это просто взрыв мозга. Ну, вот так она обычная. Обычно едет просто... Типа обычная машина, колхозная. С, по виду она такая, блин, скромная, типа... А на самом деле она просто может, сможет порвать, блин, даже... Любую тачку в этой игре, любую, пацаны. Даже там, ну, Агеру. Какая Агера? Вот он стоит, вот Агера, вот смотрите. Вот Агера стоит, да? Вот стоит обычная Агера. Обычная Агера, ну, типа, смотрите, он думает, что сейчас он меня дернет. Но на самом-то деле, я его просто оставлю позади. Вот смотрите, обычная желтенькая Агера. Ой, просто весь город в дыму, пацаны, посмотрите, просто весь город. Он даже вышел. Это просто. Он взял и вышел. У челика просто, блин, ну остановись. Куда? Алло, 15 тысяч километров, бля. 16 тысяч километров в час. Это же вообще что-то с чем-то, блин. Куда мы едем? Где мы? Алло, мы приехали? Да, мы приехали. У нас нет бензина. Ну, мы приехали. Если у вас очень много денег на бензин, то используйте. Это типа... Вы можете позвать всех на гонку. И они будут просто вам проигрывать. Все подряд будут вам. И меня вот тебе... Все будут проигрывать, так как ты просто будешь царем сервера, потому что у тебя читерская тачка, ты сможешь порвать всех и вся просто. Можно так летать по карте, да, не удивляйся, это карпаркинг, братан. Типа ты можешь прям вот так летать по карте, да. Типа, давайте сейчас посмотрим. А, ну да, я так и знал, что не... сейчас просто все офигеют, так как... Мы сейчас пролетим, блин, откуда-то. Пацаны, вы где? А, блин, я не то пошел вообще. Так, стопэ. А, я сейчас не буду вырубать читерскую вещь. Так, ну, карпаркинг в своем репертуаре, блин. Прозрачные текстуры. Блин, а он... Чё? Мы столько денег просто потратили. А, понятно. Мы заглохли, понятно. Окей, так. Пацаны, ну я вам основу, так сказать, показал. Что это за баг я вам показал. Значит, набираем 150 лайков, и я вам сливаю инфу, как это работает, как сделать вот такую вот махину, которая будет рвать всех. Набираем 150 лайков, и я вам показываю, как так сделать, как рвать всех в онлайне, и как вообще это работает. Я вам все покажу, объясню. Так что набираем 150 лайков, и сразу же выходит новый ролик, как сделать вот такой вот читерский баг. Я даже скажу, давайте наберем 200 лайков, так как думаю, это достойно такого. Об этом я даже думаю, что никто не знает, я так думаю. Так что набираем 200 лайков. Это конечно, типа рекорд, можно и 150. Я, короче, подумаю и пишу в группу ВК, ссылка на которую в описании, и там все. Спасибо всем за просмотр, всем удачи, всем пока, ставим лайк, что подпишись просто, всем удачи и всем пока-пока.